15 июля, Республика Беларусь, город Минск. Сейчас будний день, примерно половина четвертого дня, но уже возле Центральной избирательной комиссии выстроилась очередь из сотен жителей Минска. Все эти люди пришли выразить свое несогласие с отказом в регистрации оппозиционным кандидатом в президенты. Скажите, пришли сегодня поддержать какого-то конкретного кандидата или, в принципе, не согласны с ситуацией в Республике Беларусь? У нас это не разделяется. Все, кроме одного кандидата, не поддерживают ситуацию в Республике Беларусь. То есть, ну, можно быть, конечно, я особенно разочарована тем, как бы я же стою в очереди против того, что не зарегистрировали Виктора Дмитриевича и Валерия Вильямовича. Но мне кажется, что здесь абсолютно это уравнивается в одну историю про то, что люди недовольны и ситуацией, и в частности недовольны не регистрацией. Белка? Белка, скажи, ты тоже пришла выразить свое несогласие с происходящим? Судя по всему, да. Нет, все-таки верна своим принципам осталась. Вот так вот, да? Но, возможно, это тоже позиция. Определенная политическая позиция. Если бы ЦИК, то да. Все-таки в этот раз очень многие люди пришли со своими питомцами. И у питомцев тоже есть своя позиция. Это правильно. Мы пришли за законность всего лишь. Сложилась такая ситуация, что граждане Республики Беларусь требуют всего лишь одного – законности. Сейчас мы вам покажем. Куда выстраиваемся? В ту сторону? Да, выстраиваемся. И вот. Извините, пожалуйста, так как вот. Ну что ж, как правоохранители не пытаются регулировать человеческий поток, перемещая людей с одного конца улицы на другой, играя в такую своеобразную змейку, меньше граждан на улицах не становится. И это, повторюсь, пока что середина рабочего дня. Представляю, что здесь будет вечером. Это тот редкий случай, когда я пробую себя в роли оператора. И теперь я понимаю, насколько это тяжелый труд в таких условиях. Потому что я все снимаю, 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 снимаю. А люди не заканчиваются. Есть здесь в Республике Беларусь местный мем про посиневшие пальцы. Вот чувствую, у меня сейчас будут посиневшие пальцы. Настолько мне тяжело держать камеру. Ходить-то ладно, ходить-то, оказывается, любой дурак может. Даже я, знаете ли, неплохо справляюсь с этой функцией. Но вот, когда я постояла в очереди, даже минут 15, особенно когда солнышко припекает, вот это, знаете ли, действие для людей сильных духом, у которых есть определенная идея, и эту идею они очень хотят доказать и показать власти. Уважаемые граждане, перед окончанием работы Центральной избирательной комиссии на свое обращение вы можете подать в электронное место. Просьба рассказать. Мужчина в зеленой кофте отошел, не хочет, видимо, попасть в кадр, но это вот и есть так называемый тихарь. Такой вот человек в штатском, который имеет полномочия куда-то не пускать граждан Республики Беларусь.
я раз 50 попросил. Пожалуйста, отойдите. Не 50, это мой город, это моя страна. И вы работаете за мои деньги.